Функция планирования в социальных сетях позволяет вам сохранять контент для будущих публикаций. Добавьте расписание публикаций для получения уведомлений, напоминающих, что пришло время размещать публикацию. Для планирования публикаций выберите дни, когда вы хотите их разместить. Выберите время и кликните на кнопку «Запланировать». Можно выбрать разные дни для разных публикаций, а также просто нажать на крестик, чтобы удалить любую из них. Очень просто добавлять контент из медиа-библиотеки в ваши планируемые публикации. Для этого кликните на выбранную картинку и введите нужный текст, и нажмите «Добавить в топ», чтобы поставить ее в начало очереди. Иконка «Сердечко» добавляет публикацию в список ваших публикаций для их повторного размещения в будущем. Пользуйтесь этими стрелочками для перемещения публикаций выше или ниже в очередности. Разместив публикацию на самом верху, вы сделаете ее первой в очереди для размещения в следующее запланированное время. Для получения уведомления, что пришло время публикации, загрузите мобильное приложение FLP 360 по ссылкам на портале FLP 360.